Трехкомнатная квартира. Такой подарок сделали чемпиону мира по боксу Жанату Жакиянову в родном Петропавловске. Ключи ему вручил аким области Ерик Султанов. Из американского города Толедо, где проходил бой с Роуши Уорреном, наш земляк вернулся 15 февраля. Сначала его встречали в столице, а вечером уже поздравили в Петропавловске. Подробности в нашем материале. Ветераны спорта, родственники и друзья. Петропавловцы пришли поприветствовать Жаната Жакиянова. Главные поздравления в адрес победителя звучат от главы региона. Узнавать о триумфах всегда приятно. А когда на весь мир звучат имена североказахстанцев, вдвойне, отметил Ерик Султанов. Жанат Жакиянов, наш земляк, на которого мы давно возлагали серьезные надежды, он их перевыполнил. Забрал сразу два пояса. В трудном бою, надо признать сразу, бил ты его хорошо. Но потом он признается, вначале не просто было. Победил американца Уоррена. Молодец, Жанат. Рады за Жаната и ветераны спорта. Говорят, такие победы на мировой арене – хороший пример для молодежи. Рассказывают, как переживали за спортсмена, когда смотрели бой в прямом эфире. И мы тобой гордились и будем гордиться. Очень важно то, что сегодня еще наша встреча, присутствие наших уважаемых ветеранов, присутствие представителей спорта. Благодарны вам за то, что вот такие встречи состоятся, ведь об этом знает молодежь. Мы им рассказываем о том, что есть такие удивительные люди, и насколько важно, насколько у нас в области уделяется огромное-огромное внимание спорта. Ерик Султанов вручил чемпиону конверт, а в нем документы на трехкомнатную квартиру. Эти дни для спортсмена звездные. Он сам от такого внимания смущается. В своем выступлении немногословен. Благодарит всех за поддержку. Говорит, рад вернуться домой. Здесь его не было больше 2 месяцев. Ближайшие планы Жаната – побыть семьей. А после он готов выйти на ринг еще не раз. Всем болельщикам очень благодарен я. Моя команда, мой менеджер Филипп Фондю будет работать и ближайшие 1,5-2 месяца. Будет уже ясно, где, когда и с кем. У меня будет ли это защита, будет ли это объединительный бой. В ответ Жанат Жакиянов передал Ерику Султанову свои перчатки. Именно в них он одолел Роуши Уоррена и забрал у него 2 чемпионских пояса. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, новости МТРК.